Вместе с руководителями структурных подразделений замглавы проинспектировала главные гостевые улицы города. На Горького чистота и порядок, а вот на Театральной площади есть неухоженные деревья. Все сухие ветки должны быть обрезаны. Смотрите, ветки прям в глаза, все это выбирает. На набережной в глаза бросаются неприглядные клумбы. Весна вступает в свои права. Вместе с газонной травой к солнцу потянутся и сорняки. Работы по озеленению должны идти полным ходом именно сейчас. Задача – высадить новые растения и привести зеленую часть набережной в порядок, причем в ближайшие сроки. Да, первого мая не пойдет. Что за первое время? Мы даже дорожку делаем до первого. Также Анжелика Бузунова распорядилась заменить старые урны и проконтролировала ход работ по укладке тротуарной плитки в районе санатория «Русь». Задача подчиненным – держать все благоустроительные работы на личном контроле. Подготовка к курортному сезону должна завершиться задолго до его начала.